Всем привет, друзья! Resident Evil Gun Survivor. Снова у нас развилка. Давайте прямо вот с этой двери тогда и начнем идти дальше. Прямо, то есть, в ряд вот так вот по порядку пойдем. От этой к той. Погнали. Что нас ждет за этой дверью? Продолжаем двигаться за лотом. За братом той маленькой девочки. Ёптель. Нам прям как-то очень сильно не везет. Мы то с вертолета падаем, то мы... То нас заваливают камнями. Привет, тиранчик. Тебя тоже, что ли? Привалило немножечко камнями. Блин, давайте-ка его обижим тогда. Слушай, чувак, как ты так неожиданно появляешься? Так, перезарядочка. Блин, не попал немножечко. Ладно. Ох, вот это его очень говёная атака, да. Он прям как-то прицельно на нас начинает бежать. Ехать. Нет, 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 нет. Не дали мы ему еще разочек так ударить. Ладно, падай тогда. Куда мы вообще попали? Это пещера? Или это ущелье какое-то? Ладно. Пока что мы двигаемся дальше. А почему здесь так темно? Еще один. Нет, теперь я точно могу сказать, что все-таки тиранов их несколько в этой игре. Это не какой-то один ходящий тиран. Да, все-таки задом он тоже по нам бьет. Так, отходим. Его нужно очень близко к себе держать, иначе он сносит очень много жизни. Когда его держишь близко к себе, то вот эту атаку он не использует. И с них почему-то ничего не упадает, на удивление. Хотя раньше с них очень много ништяков всяких падало. Так, у нас здесь по углам нигде ничего не лежит. Нет, к сожалению, нет. Возможно, все забрали тираны. Как вариант тоже. Мы прямо куда-то в горы в какие-то идем. Даже не могу себе представить, куда наш путь. Ух ты, какой, еще один, третий, уже третий за все это время. Мы только начали серию, а у нас уже третий тиран. Так, два, три, четыре. Так, давай бей. Опа, мимо, да-да-да, вот так вот как-то его нужно бить. То есть, временами к ним близко подходить. Давайте ему нанести удар. И резко, резко отходить вот так вот. Так, окей, пока что все нормально. Почему я ему не стреляю в голову, я сам не знаю. Не спрашивайте меня. Просто это сложно нацелиться. Ты будешь бить? Давай. Опа, все, задоджи. У него слишком много жизни, в отличие от остальных. Мне вот интересно, а где Амбрелла нашла столько зеленых плащей? Они, видимо, скупили весь магазин. Хотя, возможно, у них какое-то свое производство есть. Этих зеленых плащиков. Ой-ой-ой-ой-ой, а вот этот мост. Он меня немножечко смущает. Там сзади никого нету? Просто в такие моменты в основном мост под нами ломается. Или вот какая-то такая дрянь происходит. Нет, там еще один тиран, уже четвертый. Нам, видимо, решили всех врагов заменить на них. Давайте им по карману стрелять. Опять он эту свою атаку использует. Нет, я лучше вблизи буду к нему стоять. Нафиг мне не нужна эта его атака. Немало они дамажат. То есть два удара, и наше состояние с полностью идеального улетает в осторожно. Все, 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 он падает. С этого тоже ничего не дадут? Да, голяк. Голячок у нас. Так, я уже вижу, там дверь какая-то, да? Угу. Я надеюсь, за ней не будет целой кучи тиранов. Хотелось бы в это верить все-таки. Тираны, они скучные какие-то. Они идут и идут. Так, кто у нас за дверью? Ох, за дверью у нас хантеры. И насколько я помню, это у нас уже соединение развилок. Да, то есть мы могли выйти вот из этой двери. И там еще дальше есть еще одна. Так что, я думаю, самое время загружаться, пока нас не убили. Так что давайте, ребята, смотреть на другие развилки. Ловким движением пальца мы вышли из битвы с хантерами. А сейчас, я думаю, мы сходим сюда, вот как я и хотел. То есть по порядочку пойдем. Калд, Калерт. Что-то там совершенно непонятно у нас написано.
Формер. Угу. Это у нас формер какой-то. Стойте, а почему мы спускаемся по лестнице? Мне казалось, у нас там лифт был. Но, видимо, это лестница. В этой графике сложно что-то разобрать вообще. О, опять тьма. Темная бездна впереди у нас. Так, сзади-то нас никто не поджидал. А то, может быть, нас уже кто-то медленно надвигается сзади. Так, ладно, вот это плохое место. Ох, мне как-то не по себе от него. В основном что-то такое вот подобное. Ох ты, привет, там у нас лизунчик. Лизунчик один. Забаговал, что ли? Малыш. Нет. Все, у него все в порядке. От них, с ним, по-моему, биться еще легче, чем с тиранами. Потому что от них достаточно просто отойти назад и все. И ничего, они с вами уже ничего не сделают. Так, ладно. Еще один. Ну, приветик. Пещера лизунов. Но если здесь так много всякой дряни, то есть повсюду тираны, лизуны, то я могу сделать выводы, что мы все-таки рядом с какой-то вот реальной фабрикой находимся по производству этих мутантов. Иначе откуда их здесь в таком количестве может находиться? Так, ну все, этот готов тогда. Не будем ждать анимации его смерти. Мы лучше пойдем вперед. Не будем терять ни секунды. Все, здесь их больше не будет? Нет. Вообще, мне кажется, можно было бы сюда даже какой-то скример, знаете, добавить, чтобы кто-то резко из темноты на нас выскочил. Но Capcom решили подобных вещей не делать. Что, кстати, зря. Что, кстати, зря. Но здесь больше пугает именно атмосферой. То есть Resident Evil, он больше рассчитан на атмосферу. На такую, знаете, ощущение покинутости, заброшенности. Закрытости вместе с этими монстрами в одной локации небольшой. А здесь прямо так вот никого не будет? Странные переходы какие-то у нас. Ну ладно. Просто почему-то нам дали пройтись вперед немножечко. Ох уж эти капкомы, ладно. Опа, снаряды у нас есть. Так, это на что такое? Так, давайте сначала снаряды возьмем тогда. Заряды кислоты, смотрите. Окей. А мы еще не использовали наш гранатомет, к сожалению. Уже хотелось бы его на ком-нибудь использовать. Так, там что-то обычное. Это обычные картонные коробки. Угу. Возможно, там внутри припасы какие-то. Это обычное ведро. Иначе я не знаю, зачем здесь коробки обычные картонные. Ну ладно. Так, к этому мы подойти не можем, да? Похоже на распределительный щиток. Но если Винсент ничего не нажимает на нем, тогда и не нужно. Просто пойдем в соседнюю дверь и все. Без каких-либо лишних вопросов. О, а вот этот мост. Вот это вот у меня уже плохое предчувствие от этого вида. Угу. Готовьтесь, друзья. Сейчас, я думаю, на нас кто-то нападет здесь. Да, хантеры. Конечно, кто же здесь еще мог быть? Ох ты, блядь, какие бы... Слушай, ну он, конечно, очень сильно может подпортить жизнь. Даже один, вот такой вот. Давай, погибай, все. Блин, нас опять осторожно. Ладно. Мы все равно загрузимся. С квиксейва. Еще один. Ой, да ладно, нафиг тебя, не хочу с ним биться. Еще один. Нет, нет, нет. Надо уходить отсюда, нафиг этих ребят. Скажем им прощайте. А сами пойдем дальше. Так, сопа. А, я еще слышу, ходит хантер. Вон он, одинокий у нас, вышел. Ну, давайте постреляем тогда, так уж и быть. А он не один, он не один. Нет, я пробегу их нафиг. Не хочу. Здесь что-то есть в этой комнате? Да, гринхерб, гринхерб стоит. Зеленая трава вы получили. Я, кстати говоря, заметил, нам давно не давали уже голубой травы. Так, нет, я думаю, самое время захиляться, а то, мало ли, сейчас нам еще удар нанесут, и мы погибнем. Давайте замешаем комбинацию. Так вот сделаем. Смесь. Используем. Все. Так, сейчас нам нужно как-то повернуться вот так вот аккуратненько и убежать вот сюда. Вот. Они меня блокируют.
они меня блокируют, они не дают мне уйти отсюда, из этой комнаты. Все, все, мы их обманули. Не дали мы им нас убить. Такс, а куда же ведут эти ступени? А, ну все, мы опять из этого места вышли. Ага, все, я понял. Вот, мы точно из этих дверей на этот раз. Ладно, идем смотреть на следующие пути. А, ну, собственно, и последний. Последняя дорожка у нас осталась. Здесь написано Umbrella, кстати, прямо на плакате. Горная дорога Эль Моне. А у нас подписаны пути. Так, Саш, а что у нас здесь написано? А, строительство подземной дороги. А, не пересекать, только для строителей. А там что? Ну, а там, скорее всего, ущелье. Там вроде бы и нету никакой вот информационной доски. Ладно, значит, пойдем через эту дверь. А эти двери, они почему-то все закрыты на замок, на такой, знаете, задвижной. Опа. Леса у нас начались. Лесная местность какая-то. Слушай, у нас прям... О, привет! Спецназовцы. Мутировавшие, я помню. Но эти ребята, они не сильные. Там у нас сейчас что-то видел. По-моему, еще один спецназовец заспавнился. Вдалеке. Они меня толкают. Чувак, ты издеваешься? Не надо меня толкать. Это не я сейчас бежал, это они меня сзади толкали. По-моему, там есть еще один, но я не вижу. То есть, смысла поворачиваться. Так, у нас снизу тут катается. Как я уже говорил, они похожи на обезьян. Возможно, Umbrella делала какие-то эксперименты над обезьянами, проводила. И вот это результаты этих экспериментов. Потому что, ну, не могут у людей быть вот такие вот руки длинные. Да и сами по себе они какие-то маленькие. Такие, знаете, именно обезьяноподобные. У нас, кстати, старик такой же в библиотеке был. С точно с таким же телосложением. Невысокий какой-то. Но у него руки не такие длинные были. Слушайте, а вот прикиньте, если старик это тоже один из этих спецназовцев какой-то. Такой, знаете, твист у нас небольшой. С этим персонажем. То есть он, возможно, один из этих экспериментальных спецагентов. Но это уже какие-то мои бредни непонятные. Так, я думаю, не надо. Ух ты, ух ты, ух ты. У нас там прям прицелом лазерным уже. Целят, нацеливают. Нет, надо пробегать эту местность. Эту местность. Бессмысленно с ним биться. Мне вообще кажется, эту игру можно пробежать, никого не убивая. Ой, все, закончилась дорога. Сюда мы не можем зайти. И спецназовцы за нами не идут, на удивление. Им, видимо, очень нравится этот лес. Лес Диснея. И они решили остаться в нем. Так, записка. А, ну она с той стороны наклеена. Вы открыли дверь, все, уходим отсюда. Вроде мы сейчас уже выйдем на разветвление тех дорог. Да, все, мы здесь. Ладно, с ними я биться не буду. Я думаю, мы их просто пробежим. Стойте, что там написано? Не пересекать, только для сотрудников. Угу. В какие-то мы запрещенные места идем. В очень такие охраняемые. О, добермаша. Добермаша, привет. А здесь ничего нигде не лежит. Я вот не знаю, будем мы с ним биться-то или не будем. Опять обижим их. Здесь что-то есть вообще в этой комнате? Честно сказать, я ничего не наблюдаю. И, собственно, не вижу логики биться с ними. Уходим отсюда. Выйти нам позволяют. Поэтому мы выходим из боя. А, опять Хантер, да, я слышу, да. Ой-ой-ой-ой, давайте шатган возьмем тогда. Стреляем из него лучше. У нас к нему, кстати, снарядов очень много. Так, ружье. 35. Еще так 8. Устанавливаем тогда все. Сейчас мы им покажем, что такое наш шатган. Ну ты, какой ты, блядь, заканчивай, пожалуйста, с этим. Надо прям сразу по нескольким стрелять. Где они? Я их не вижу. Ты издеваешься, что ли? Мы вообще по нему не попали. Он убежал от нас. Да, да. Хотел как лучше, а получилось как всегда.
Понятно. Я думал, лучше захиляться. Благо, хилок у нас достаточно. Хотя, стойте, достаточно? А, у меня две смеси есть. У меня же две смеси. Можно заюзать тогда их. Не зря, конечно, я их сделал. Ну, давайте бить из шотгана. Как бы. Другого варианта я не вижу. Где он там? Вот он. Все, готово, готово, Аня. Когда их очень много, то даже немного, когда их две штуки, то... У нас может настать... Все очень плохо. Могут настать тяжелые времена. Так, комбинировать. Давайте с ружьем. Возьмем тогда ствол Г. И уже возьмем со стволом Г. Так, у нас вот здесь завитушечка. Да, в этой завитушечке у нас есть зеленая трава. Так, получили зеленую. У нас вроде бы там красная была, да, в рюкзаке? Но я чуть попозже посмотрю. Мне неохота постоянно открывать наш рюкзак этот. Так, вход. Ой, что-то не сдвигается. Не сдвигается, похоже, нельзя открыть. Вообще, вот это вот здание, оно похоже на особняк Спенсера, знаете, как с первой части. Это не его особняк вообще. Но тот-то находился в лесу, по-моему, в каких-то. Так, здесь кто-то есть? Нет, здесь у нас никого нету. Ладно, заходим в это ужасное здание. Почему-то Capcom очень любит свои резиденты засовывать всякие особняки. У них какая-то очень такая серьезная, непонятная любовь. Лот? У них непонятная любовь. Подобного рода здания. У нас там, я слышу Лота сейчас. Боже мой, кажется, мы наконец-то до него добежали. Окей. Меня, знаете, поражает этот пацан, забитый гвоздями и не открывается. То есть он, мать его, один смог пройти так далеко, сквозь всех этих мутантов, через спецагентов, Амбреллы, совершенно невредимый. По-моему, это вы получили гранаты. Мне кажется, это самый сильный персонаж этой игры. Ему просто нету равных. Потому что даже мы с вами погибали уже на пути. Будучи полностью вооруженными, мы умудрялись погибать. Прогнило, не могу забраться по этому. Да, там забраться невозможно. Только если наш Винсент занимается паркуром, тогда мы, возможно, и смогли как-то залезть. Ладно, заходим в подвал или что это? В погреб. Возможно, это улей или муравейник. Как там правильнее-то ее называть? Из Resident Evil. О, привет, 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 Тираша. Буквально 5 минут назад мы с тобой виделись, и вот снова ты. И, по-моему, я слышу еще шаги, так что он здесь далеко не один. Так, нет, подожди. Не бей, не бей, не бей. Тихо. Все, он пошатнулся. Его состояние пошатнулось. Ну, в принципе... Его несложно расстрелять, если он не перепрыгнет на эту сторону, прямо оттуда. Я не понимаю, как работает здесь автоприцеливание. Оно то есть, то есть, то его нет. Так, ну ты дол все. Давайте тогда выстрелимся. Может быть, еще на нас кто-то выскочит? Опа, лифт. Этот лифт не работает. Ну, видимо, скоро заработает. Просто так бы нам его не стали давать. Так, что у нас здесь? Опа, опа, опа. Револьвер, что ли? Магнум. О май гаш. Это магнум. Надо бы взглянуть на него. Так, где он у нас? Это, по-моему, самое сильное оружие в резидентах. Магнум. Так, кстати, а где у нас магнум? Я что-то заговорился и, видимо, пролистал его. Магнум, вот он. А, проверить. СРФ М19. М19 можно заряжать 357 патронами магнума, так как ствол увеличен с 4 до 6 дюймов. Очень полезная информация. Я не знаю, зачем она мне нужна. Ладно, мы это учтем. Панель управления. Панель как будто запуска ракет каких-то. Мы вообще куда пришли-то? Но Винсент нам ничего не говорит по этому поводу. Значит, это что-то очень неважное. Это какой-то электрический выключатель. А вы повернули выключатель. Но это от лифта, скорее всего.
Опа, мы запустили систему. Систему управления самолетами. Мы теперь что-то можем нажать здесь? Электричество подключено к этому этажу. А, нет, мы тут просто электричество дали. Угу. Здесь, то есть, нажать, да, здесь нажать больше нечего, ну ладно. Keep out. Это, по-моему, переводится как не подходить, то есть не пересекать. Ну, возможно, и не так. Я не знаю, что сказать. Так, окей, лифт. У нас лифт приехал. Мы то наверх шли, то теперь опять вниз. У нас прямо, знаете, такие виражи какие-то непонятные. Крендельки. Выписываем. Причем на лифте никого нету. Ух ты, здесь у нас старые знакомые наши любимые. Сзади кто-то есть? Нет, сзади только лифт у нас. Их вообще стоит убивать-то? Слушайте, давайте, может быть... Я вижу, вон там дверь какую-то, давайте к ней тогда сходим. А эти пацаны, пусть они пока походят, погуляют. Разомну свои кости. Подышат свежим воздухом. Хотя уж не знаю, насколько здесь свежий воздух. В этой гигантской лаборатории подземной. Или это завод вообще. Не понимаю, куда мы с вами пришли. Эта дверь закрыта. Кажется, ее невозможно открыть. Но девочка же сказала, что Лот убежал на фабрику. Значит, это все-таки фабрика. Амбрелла. Как же без знаков Амбрелла? На фабрике-то Амбрелла, а? Как же? Так, здесь что-то светится? Как бы комментарии-то будут какие-то или что? Вот-вот-вот, здесь что-то есть. Реактор не работает. Похоже, нужен диск включения. Диск включения. Я помню, в первой части, по-моему, у нас были МО-диски. Вот здесь то же самое, что-то такое нужно. Какой-то МО-диск. Ладно, тогда возвращаемся к нашим друзьяшкам. Сейчас мы с ними немножечко постреляемся. В этот раз нам все-таки и правда придется с ними побиться немножечко. Потому что нам нужно идти... Нам нужно идти на левый путь. Я когда зашел, сейчас услышал какой-то очень ужасный звук, такой отвратительный. Видимо, это они издают его. Мы почему-то не можем стрелять сквозь сетку. Нет, в голову я не хочу им попадать. Так, все, готов. И там еще двое были. Да? Да, вон они. У них там обнимашки какие-то. Иначе я не знаю, что они там делали. Почему-то в обнимку стояли в углу. Сзади никого все. Опа, еще панель какая-то. Что это такое? Нет, это, видимо, ничего. Вот, сюда вот, да? Можно было, в принципе, сразу сюда тогда пойти. Но откуда же мы знали, да, что там нужен диск? Опа, я уже вижу. Кто это у нас там такой ползает? Давай спускайся, чувак. У него, по-моему, слабое место, это голова. Ох, попал он по нам. Впервые, кстати, за все время. Они нас еще не дамажили. Ну ладно. Там еще один сзади, он, я вижу. Но они несложные, эти ребята. Блин. Пацаны, ну че вы какие долгие, а? Давайте как-то вот без этой вот своей херни. Один другого прям перепрыгивает. Так, мы попали, да, там кому-то. Так, опа, так, добегаем тогда. Так, пацаны, давайте вы просто посидите на месте, а я вас перебью. Не хотите? Вообще не попал почему-то по нам. Как у них хитбокс эти прописаны, не понимаю. Чтобы они ударили, нужно прямо, видимо, перед ними стоять. Все. Так, кстати, что это за дверь? Или это лифт какой-то? Дверь закрыта. А, кажется, здесь нужна ID-карта, чтобы открыть дверь. Угу. Нам еще и ID-карта нужна, да? Помимо диска. Это что? Электричество. А, похоже на ставни с рубильником, но нет электричества. Как-то нет. Мы же включили с вами. Интересно. Видимо, какой-то еще один щиток должны включить. Будем тогда его искать. Так, это мы где? Ох, это какая-то комната экспериментов, видимо, лаборатория. Какие-то образцы повсюду.
Здесь, похоже, отдел разведения животных. Это животные, Винсент? Ты что, шутишь, что ли? Что-то я таких животных не видел. Разные растения выращиваются внутри. Это слендермены какие-то. Похожие на растений. Ой, господи, чем здесь Амбрелла занимается вообще? На этой фабрике? Ладно. Мне уже хочется побыстрее выйти из этой комнаты. Опа, кислотные, смотрите, заряды. Вы получили заряды кислоты. Побыстрее хочется отсюда уйти. Мало ли, сейчас еще оживут. Я бы не хотел в этот момент здесь находиться. Ох, как здесь светло. Так, сзади никого. Я когда захожу в комнаты, я сразу... Так, нет. Нет, здесь у нас пацаненок сидит вот. Они еще языком бьют. Я что-то такого не видел. Их этих атак. Попадет, что ли? Нет, не попал. Так, давайте в комнату забежим сюда вот. А здесь будем к нему отбиваться. Ползешь ты там? Давай. Прям по ноге ему ударил. Не хочет он с нами биться. Они понимают, что у них нет шансов против человека со стволом Г. Так, ой-ой-ой. Багуют они вот временами между переходами, между комнатами всякими. Немножечко недоработан этот момент. Все. Так, давайте сразу осмотримся в этой комнате. Что у нас в ней находится? Ну, это еще одна очередная по выведению. Похоже на устройство, используемое для исследования бактерий. Ну да, они здесь что-то исследуют, вот. Эксперименты всякие ставят над животными и так далее. Вирусы создают, вирусы, одним словом. И здесь у нас файл. Дневник сотрудника фабрики. Давайте почитаем. Давно уже не читали. Дневник работника фабрики. 5 августа 98 года. Я не могу больше этого носить. Я должен брать подопытных и отрезать им головы, чтобы получить часть их мозга. Я делаю это снова и снова. День за днем. Это ужасно. У меня постоянно чувство вины. Это длится все время, даже когда я ложусь спать. Командор Винсент инструктировал нас, не рассматривайте их как людей. Они всего лишь расходный материал, который нужен нам, чтобы создать тирана. Но это же нам приходится отрезать им головы. Я никогда не мог расценивать их как просто расходный материал. Они такие же люди, как и мы. Я спросил командора Винсента, как уменьшить их страдания. Но он проигнорировал мой вопрос, сказав, что если использовать анестезию, то чистый бета-гетеронодиротонин получить не удастся. Даже если это было приказом компании, я не верю, что что-то, что мы делаем, этично. Я думаю, что когда я умру, то я попаду в самый страшный уголок ада. Хотя, может быть, я уже там и нахожусь. Боже мой. Отрезать голову людям? Я даже комментировать это не хочу. То есть, а зачем мы сюда шли-то? Подождите. Здесь же больше ничего нету. В этой комнате или есть все-таки? Нет, больше ничего. А, вон диск, диск, диск. Я его чуть не заметил. Диск активация. Все. А, блин, что-то разбилось. Кто-то пришел к нам. Возможно, это те растения слендероподобные у вас стали. А, это один только этот. Я уже что-то пересрался. Там прям все очень как начало падать, обваливаться в той комнате. Лизун, ты что там? Давай-ка. Только не знаю, зачем он сломал три этих вентиляционных блока. Если он упал только из одного. Они, видимо, любят пугать. Так, ну сколько тебе еще нужно всадить, ты чё? Он сейчас языком ударит, да? Всё. Эту фабрику по-хорошему сжечь бы херам собачьим вообще. Стереть ее с лица земли. Подобные места не должны существовать. Ух ты какие, смотрите, у нас новые противники.
Я там в какой-то из серии говорил, что у нас что-то давненько не было новых противников. А вот, собственно, я не. Давайте постреляем по ним. Посмотрим, как они погибают вообще. То есть и все, да? И вот это весь противник. Да. А в чем сложность заключается битвы с ними? Да. Даже лизуина сильнее. Так, что, ладно, надо нам вставить МО-диск тогда. Он, скорее всего, запустит электричество. Так, сюда, что ли, нам идти-то, да? Там нам нужен МО-диск. Ну да, мы, по-моему, из таких дверей сюда шли. Сейчас, скорее всего, у нас здесь зомби отспавнились. Как же без них? Ну-ка. Ну, точно, о чем я и говорил. Опять зомбачки. Ну, зомбачки мне сейчас уже вообще, знаете, никакой угрозы не представляют. Они реально, они... Как будто их и нету. Мы просто не даем им подойти к нам. Так, еще один. Прямо около двери, чувак, тебе нужно ходить, конечно. Все, готов. Готов, отдыхай. Как вы вообще появляетесь здесь? Что за портал такой? Открывающийся с зомбями. Мне кто-нибудь объяснит? Может быть, Umbrella научилась создавать какие-то порталы, через которые они нам посылают всяких существ. Эта дверь... Да, я помню, она закрыта. Нам нужно вставить диск. Так, вставляем вот сюда, вот, да, по-моему? Да, вы включили, вы вставили диск. Включение. Опа, система заработала. А, там зомби обычные. Да ладно, их там сколько? Их уже как минимум трое, я вижу, на заставке. Так, сумка, сколько их там? Да, в принципе, мне не важно, сколько их. Они все легко падают. Хотя вот эти, по-моему, сильнее стали. Вот этот вот конкретно. Он такой прям самый живенький вышел на заставке. Видимо, Т-вирус в нем как-то очень особенно сильно укоренился. Пацаны, привет. А что они делают? Пацаны, что танцуете? Что они вообще делают? Давайте заканчивайте свой дэнс. Покойный. Потому что мне нужно взять кислотные снаряды. Так, по-моему, я больше в этой комнате ничего не вижу. Так, грены. А что нам здесь нужно-то? Дэнджер, опасно. Горячий трубопровод. А, ну мы же с вами включили это электричество. Тогда нужно идти назад. А их нам просто дали, чтобы мы не расслаблялись. Ну и заодно еще снаряды для гранатомета. Что тоже неплохо. Неплохо это. Зомби? А, да. Не привыкать. Ладно, постреляем тогда опять чуть-чуть. Так, давай падай, чувак. Не кажется ли некоторые из них с каким-то более таким, знаете, серьезным количеством хипов ходят? Кто-то умирает с одного выстрела, а кто-то аж с пяти где-то. Давайте ему в хэд, что ли, постреляем. Надо учиться стрелять в хэд. Тренировать свой аим. Все, готов. Хэд, конечно, дамаг больше идет, но, знаете, все-таки не настолько много, как бы этого хотелось. Вообще, это зомби, они должны погибать с одного выстрела в голову. В фильмах именно так. А вы нажали на переключатель. Сейчас кто-то опять на нас выскочит, да? Как всегда. Ну, о чем я и говорил. Ну, это растения, так что они такие. Такиси. Они идут еле-еле, как я заметил. Издалека они бить не могут. Сейчас я сразу налево отбегу тогда вот сюда вот. Так, где вот там? Давайте, перебью вас быстренько. А, нет, они плюются каким-то, какой-то кислотой, превращающейся в пар. Так, лучше отойду, пожалуй. Готов еще один. Так, что нам это дало? Там сидит зомби. Не встал бы он, конечно.
Ладно, давайте возьмем тогда, что у него там. А, вроде ученый, он не дышит. Вы получили карточку. Это от двери, от той. Ты не будешь вставать, чувак? Нет, не хочешь вставать. Ладно. Emergency. Это, по-моему, запасной выход, но лестница обвалилась. Запасного выхода у нас больше нету. Вот, к этой двери нам нужна карточка. А, вы вставили ID-карту. Так, суки, я думаю, надо бы засейвиться здесь. Заходим в дверь. А, это лифт вообще. А, B2. Это подвальные этажи, B2. То есть мы приехали на третий этаж, вниз. Ух ты. Они посильнее стали, растения. Или нет? У них почему-то цвет изменился, я смотрю. Сейчас я перестреляю. Я не понимаю, зачем их нужно было здесь ставить. Они же даже задамажить нас ни при каких обстоятельствах не смогут. Они слишком далеко находились в этой комнате. Вы нажали включатель. Опа. Голубая трава, смотрите. Значит, нас ждут отравляющие противники. А вот этот знак биологической опасности, он меня, конечно, немножечко напрягает на этой двери. Так, стойте. Давайте возьмем снаряды тогда. Так, бери их. Огненные заряды. Угу. У нас здесь что-то еще, да, голубая трава, надо ее обязательно взять с собой. Так, все. Так, хипы у нас полные, потому что я вот смотрю, видимо, нас за этой дверью что-то ожидает. О, warning, написано warning. Предупреждение. Ну, заходим в нее тогда. За такими дверями в основном каких-то боссов больших прячут. Такие эпичные двери. Они выращивают монстров на этом острове. Там безбожное количество тиранов. Боже мой, я надеюсь, они не будут все восставать против меня. Блин, минус один. Да, их очень много здесь. Нет, от этой атаки, по-моему, невозможно увернуться. Как бы мы этого не хотели. Надо просто не допускать ему давать ее проводить. Да ё-моё, чё какой косой-то. Все, готов. Сейчас, скорее всего, еще один прилетит. И на... Это лот? Там, по-моему, лот кричал, вы слышали? С него, кстати, дали заряды гранатомета. Окей. Идемте тогда в эту дверь. Что нас ждет за ней? Сейчас посмотрим. Здесь кричал лот, как я помню. Лот ли это вообще? Может быть, он уже мутировал в кого-то? Помогите! Лот! Держись! Ух ты ж, божечки, божечки, божечки. А что такое? Смотрите, я не могу двигаться, короче. То есть мне так его нужно перебить. Я не могу уйти с этого места, потому что я лота держу. Ой, господи, вот это опасный, конечно, момент. А, нет, мы его убили. Я вижу спрей, он там стоит. В углу. Лот! Мне жаль. Прости меня. О чем ты говоришь? Это не твоя вина. Это все из-за Винсента. Ну, то есть из-за меня. Из-за тебя? А о чем ты? Ты ведь детектив.
Тебя зовут Арк Томпсон. Что? Серьезно? Я не Винсент? Тогда почему ты убегал от меня? Потому что я рассказал Винсенту о тебе. Здравствуйте, я Винсент. Я был направлен сюда для расследования. Рад знакомству, сэр. Я знал Винсента. Так что я понял, что ты самозванец, когда увидел тебя. Что? Шпион? Спасибо. Ты молодец, Лот. Получается, что я Арк, а не Винсент. Лот, можем ли мы как-нибудь покинуть этот остров? Отец говорил, что рядом есть железнодорожная станция. Станция? Я слышал, что она в подземке. Отлично, мы поедем на ней. Так, нужно найти Лили. Беги к ней, быстро! Встретимся на станции. Система самоуничтожения активирована. Этот остров будет уничтожен в течение 10 минут. Всему персоналу немедленно эвакуироваться. Повторяю, всему персоналу немедленно эвакуироваться. Очередные сюжетные повороты, друзья. Мы с вами не Винсент, мы Арк Томпсон, детектив. Мы получили спрей, аптечку. Это, конечно, очень радует, что все-таки не мы тот самый ублюдок. Фух, ладно. Я думаю, на этом мы с вами остановимся. 43 минуты мы с вами уже бегаем. Это был Resident Evil Gun Survivor. Друзья, спасибо за просмотр и до новых видео.